Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере YouTube Roleplay. У нас сегодня здесь будет летсплейчик, пацаны. Все ссылки, если что, в описании. Поэтому заходите, играйте. Я зашел на сервер, пацаны, и... я одного не понимаю. У меня откуда-то, блядь, на руках 100 миллионов, пацаны. Серьезно, это не постанова, нихуя, потому что я реально зашел... И у меня 100 лямов, блядь. Я охуевший просто, блядь. Это пиздец. Откуда у меня 100 миллионов? Я просто в шоке. Онлайн сейчас маленький, потому что я снимаю ровно сейчас 9 утра. Да. 100 миллионов откуда-то у меня взялось. Серьезно, я никого не просил мне деньги выдавать. Я никому не говорил, что я зайду. И, блядь, это пиздец. И, скорее всего, кстати, дом мой слетел, наверное, да? Хотя я плачу, по-моему... На сколько-то там дней. Так, машина моя есть. Это я модпак установил, по-моему, здесь модпак новый. Это СВА раньше был. А дом это, да. Дом я проебал. Но здесь есть еще другие дома. Поэтому ничего страшного. Так, вот есть такой вот дом. Есть, по-моему, вот здесь еще какой-то дом. Так, давайте я. Вот, еще вот такой дом есть. Поэтому... Можно какой-то из этих домов купить. Я не знаю, здесь, кстати, это, пацаны, не рублевка, если что. Это не рублевка. Рублевка, я не знаю, где. Так. Давайте спросим пацанов. Пацаны, где находится рублевка? И есть ли там свободные дома? Давайте спросим. Просто мне интересно. Мне вот реально интересно. Давайте СВР наш заберем. Так, все, забираем наш СВРчик. Ну, мы сегодня купим много машин. Блин, 100 лямов. Блин, серьезно, это жестко. Так, у нас еще он без номеров, СВР. Ну, мы, скорее всего, его продадим, наверное. Ух, ебать его в рот. Ух ты, ёпта. Кстати, пацаны, я слышал, что на BMW специально для меня добавили винила. Ну, может, не специально для меня, но вообще добавили винила, потому что я люблю BMW, пацаны, вы сами знаете, особенно E60, поэтому берем E60 по-любому сразу. Так, посмотрим, модпак у нас обновился, да, GTR 2017 года. Потом... Ешика какая-то. Так, Volkswagen. Нам нужна BMW M5 E60. Супрочка, Lamborghini, Паршак. Так. Не, все нормально. Так, вот она. Давайте я просто модпаком покажу. Да и сам посмотрю, что можно еще купить, кроме BMW. Ух ты, ёпта. Вот это да, вот это да. R8. Нового поколения, это хорошо. Так, Cadillac Escalade, ебать. Еле в экран вместился, блядь. Так, окей. Ага, мотоцикл. Аудюшечка, так. RS7, но вообще-то это не RS7, это... По-моему, S какая-то там. Ну ладно. Nissan Skyline, Geltwagen, BMW M3. По-моему, это N2, а не M3. Хотя, может, я ошибаюсь. Так, Мустанг. Восход. Range Rover обратно. А, вот, все. Давайте, короче, покупаем сейчас E60 и едем ее тюнить. Так, пока купим, наверное, черную машину. Хотя, наверное, давайте 1.0. Вот так вот. Вот такую машину купим, все. 6 миллионов 700 тысяч, да, без проблем. Все, поехали теперь в тюнинг, посмотрим, какие на нее есть винилы. Это и реально будет интересно посмотреть. Бонус, кстати, здесь 3 миллиона дается при входе, если что. Поэтому заходите, играйте. Не, ну, бля, сейчас винилил глянем и вообще, наверное, мне кажется, там винилы охуенные, скорее всего. Ну, сейчас посмотрим, короче. Модпак они переработали так нормально, я вам скажу. Потому что я на этом проекте играю уже не один год. Конечно, не часто, но
Зато я уже знаю этот проект хорошо. Поэтому да. Сейчас поедем. Попробуем винилы поставить, блин. Потому что мне говорили, что винилы добавили на бэху здесь. И очень хотелось бы посмотреть на них. Так, заезжаем в тюнинг. Так, цвет, гидравлика, нитро, ремонт. Так, тут чиним за 15 тысяч. Нитро сразу ставим 10. Гидравлику не ставим. Цвет, винилы. Смотреть. Ох ты, ёб твою налево. Вот это да. Так, я даже скриншот хочу сделать. Вот так вот, так. Так, отмена, ну. Этот винил второй. Бля, вот это охуенно. А ну третий какой? Бля, сосна просто, сосна, бля. Не спорю. Так, ну какой больше всего нравится? Бля, это космос охуенно выглядит. На самом-то деле. Давайте его и купим, наверное. Да, давайте купим его. Диски. Давайте Хаммонера поставим. А, у них и диски свои, окей. Тогда можно подумать. Какие-то диски поставились. Так, я их не вижу, блин. Ладно, отмен нажмем. Так, не винилы, стоп-диски. Бля, их не вижу просто, они черные, понимаете? Так, Atomic. Это ББС у нас. Винилы назад, так. Давайте, не знаю, вот эти Shadow, может, поставим. Как они смотрятся. А кто гидравлику, блин, мне поставил? Я ж не хотел ставить. Ну ладно. Так, давайте что-то с дисками порешаем еще, потому что мне вот эти не очень нравятся. Так, мега. О, такие можно поставить, кстати. Такие неплохо смотрятся. Можно фары включить, спасибо. Во, все, заебись. Вот, вот это другое дело, пацаны. Вот это другое дело, я понимаю, все. Вот у нас бэха в виниле космос. Вообще четенько. Бать, чувака там точило, я ебу. Так, поехали, теперь, наверное, дом купим. И, возможно, купим еще какую-то ту машину. Не, ну винилы здесь прикольные на бэху вообще. Мне очень нравится. Реально красавчики, блин. Просто охуенно. Ох, ебать, она ебенит. Нормально тоже, кстати. Ну, это же бэха, хули. Е60 должна ебенить, пацаны. Без этого никак. Так, давайте на туристе. Какой-то домик спокойненький купим, потому что я не знаю, где Рублевка находится. А дом покупать там в Батырево как-то уже не хочется. У меня там был дом. Просто у меня с домами проблемы, они слетают, блядь. Ёбаный в рот! Блядь! Ебучий случай. Ай-яй-яй. Блядь, в тотал просто БМВ убил. Это пипец. Ладно, давайте тут дом купим. Кстати, онлайн здесь нормальный, там по 50-100 бывает вроде бы как. Поэтому можете заходить, пацаны. Не, ну сервак я реально советую, потому что, ну, не, реально никаких косяков от него не было, от этого проекта, и все заебись. Так, не, ну вот этот я тут не хочу. Давайте прям вот этот самый крайний купим. Мне вот этот по кайфу что-то прям. Что-то прям по кайфу, так. Как там? А, тачку мы заглушили. Давайте пропишем парк. Все, заебись. И купим вот этот домик. Так, 3 стон стоит. Окей, без проблем. На 1 час оплачен. Ну, потом оплатим, ничего страшного. Так, все, берем бэху. Берем бэху, да? И едем. В автосалон купим сейчас еще какую-то машину. Бля, ну бэха выглядит просто... Муа, персик, булочка, конфетка, бля, просто охуенно. Еще бы номера бы въебать блатные, но доната нету, конечно, да. С этим, конечно, туговатенько, да. Но так прям все охуенно. Давайте спросим, блин, а какие машины есть винилы у пацанов? Бля, как меня этот ДМчик заебал просто. Непонятный какой-то даун, блядь, серьезно. Просто даун какой-то. Так, давайте спросим. ЮТ, так. Пацаны, скажите, пожалуйста, на какие машины есть винилы? Просто я хочу еще какую-то тачку с винилами. Но не знаю, какая тут тачка еще с винилами есть. На ГТР, интересно, есть винилы? Я бы, на самом деле, ГТР бы взял.
Так, я знаю, что у нас Калайн есть винила. Но насчет БМ... Блин. Капец. На Супру не знаю. Вот на Ламбу я бы тоже хотел, чтобы винилы были. Но я не знаю, на Ламбу есть винил или нет. На Бэху мы уже купили. Я даже... Вот я знаю, что у нас Калайн есть винила. Я бы, кстати, вот эту бутачку еще купил бы. Аудюшечку такую. Цвет Mercedes Range Sky Merz 6200. Ебан. Лол, это реально. Я серию сегодня увидишь неадекват. У 2L уверен, что 2L уверен, что 2L. Так, давайте, не знаю, какой-то цвет выберем. Какой-то Mercedes. Что за Mercedes? Merz. Кирилл так бы не ответил. Ладно, не буду ничего говорить сегодня. Серия выйдет, там все поймешь. Все, ладно. Конечно, Кирилл так бы не ответил. Так. Так, Merz какой-то. Так, стоп, подпена. Давайте я Merz какой-то найду. Merz. Блин, тут много Merz'ов. Сейчас выбирать какой-то Merz. Так, Range, Sky, Merz. А что за Range? Какой Range? Range Rover? Внутри на Range есть винилы. i8. А, окей. А тут i8 разве есть? Где они i8 увидели? Может, у них модпаки разные? Я хз. Ну, вот этот Mercedes, может, винилы есть. Ладно, давайте сейчас выберем какую-то машину все-таки. Потому что i8 я здесь не вижу. Может, на Ламбу есть винилы, блин. Как трудно все это делается, так. Хотя давайте я возьму, наверное, Audi R8. Вот эту. Так, цвет 176, давайте, и 0. Вот такая у нас будет конфетка. Все, убирать. Да, второй слот. Все, заебись. Это я понимаю. Идеально просто. Все, поехали теперь в тюнинг и протюним уже эту машину. Так, вот мы в СТО. Давайте, не знаю, винила, наверное, нет у нее, да? Да, на вот эту машину нету винилов. Ну, ладно. В принципе, ничего страшного. Поставим нитро. Цвет. 156. Давайте попробуем. Вот давайте такой цвет сделаем. Так, диски. Смотреть. Так, отмена. Бля, диски сразу ставятся. Вот это бах у них есть такой, конечно. И гидравлика ставится сразу. Конечно, ламба на БСах такой себе, но давайте пробуем выехать. Бля. Ламба на ББСах. Ёбаный в рот. До чего я дожился? Бля, гидравлика. Вот божочек, конечно, есть. Надо разработчикам это профиксить. Потому что реально херит. Так, купить, что это за диски вообще. Так, ну вот эти диски, кстати, неплохие. Чисто черные. Блин, ну давайте, не знаю. Диски. Доллар, Атомик. Так, где-то с полкой. Так, Мега Грув Классик. Воссоны, ебаный в рот. Не, воссоны я точно не буду ставить. Твист нет. Кутер. Пусть знает. Грув. Нет. Так, вот эти диски какие. А ну. Ну вот эти вроде бы неплохо смотрятся, кстати. Давайте их оставим, короче, все, поехали. Ебать она ебашит, тоже нормально так. Ёб твой налево.
Не, ну больше я, конечно, не Бэха нравится, да. Бэха One Love просто. Так, я хотел пробовать купить, кстати, машину третью. Skyline хотел купить, но для третьего слота нужен VIP, а у меня его нету, блин. Поэтому да. Ох, ебать, Бэха четко смотрится вообще. Ах. Пушка, бля, пушка! Погнали, наверное, скинец и новый купим, блин. У меня хотя нормальный скин, но давайте посмотрим. Может, модпак обновился, и может, скины новые добавили. Можно и посмотреть. Так, ну, на туре i8 есть, но, походу, это донатная машина i8. Потому что в автосалоне я что-то ее вообще не видел. Наверное, скорее всего, это донатная машина просто. Ну, ладно. Так, заходим, что у нас по одежде. Лям 750, лям 700, лям 650, так. Мне прям недорогой нужно, но что-то интересное такое. Рибок, охранники какие-то. Так, ну да, кстати, симпатично, мне тут нравится. Так, берем его. Все. У нас три скина теперь есть. Мне тут нравится, кстати, но я на магазине такой же скин, только в сером пиджаке есть. Кстати, да. Так, погнали, залетим еще в банк, оплатим дом и, наверное, на этом будем уже заканчивать. Блин, кстати, здесь ремень можно пристегивать, прикольно. Прикольненько, так. Зелененький. Поворачиваем. И погнали, заедем в банк. Все. Можно заходить в банк, короче, сейчас оплатим дом. И будем заканчивать, наверное. У нас еще 80 миллионов остается, я в шоке просто. На балансе что-то есть, 50 тысяч есть. Так, домашний счет 50 тысяч, просто кинуть. А, ну если можно так пополнить. Давайте я, может, один лям хотя бы закину. Так, домашний счет. А, нет, один лям нельзя. Ну, еще 50 тысяч можно. Что достаточно средств. Ну, хорошо, только 50 тысяч можно кидать, ну ладно. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на сервер, кому он понравился, Моник, вот. Вводите при регистрации, все ссылки будут в описании. И всем, пацаны, пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.